Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет снова шопинг-влог. Готовимся с вами вместе к распродажам. Гуляем по магазинам. И сегодня у нас по плану магазин «Мохито». По запросу очень-очень многих из вас. Вам он очень нравится, многим подписчицам. Ну и в моем прошлом видео, где я искала наряды для Нового года, я заходила в этот магазин, он мне очень-очень понравился. Там много было интересных вещей. Итак, наступил понедельник, и я бегу в этот магазин для того, чтобы снять влог для вас, чтобы облегчить ваш выбор во время распродаж и походов по магазинам. Итак, если вам интересно, пойдем. Итак, девочки, зашли мы в магазин. Я надеюсь, что будет хорошо слышно мой голос. Если нет, то буду делать закадровый звук. Итак, вот этот вот чудесный комплект с вот этими шикарными брюками я мерила в предыдущем своем влоге, посвященном праздничной одежде. Ссылочка будет в конце видео, но я вам еще раз его показываю. Итак, не удается мне записать хороший качественный звук в самом магазине, поэтому приходится записывать его отдельно. Золотое платье для встречи Нового года и чудесного розового цвета свитер. Хотела вам показать, поскольку сейчас я примерю для вас вот этот фиолетовый насыщенного цвета. Хочу вас сразу пригласить в примерочную. Примерки вообще в этом магазине будет очень-очень много. Ну что же, поехали! Так, и следующая вещь, это вот такой вот свитер очень глубокого насыщенного цвета. Посмотрите на него, какой красивый. Такой есть еще светло-розовый, но в моем размере уже не было. Опять-таки я мерю их с кожаными брюками. Конечно же, обувь лучше, наверное, зимнюю в этом плане. В составе 43% мохера, так что вещь достаточно натуральная для вообще засилия полиэстера в масс-маркете. Так что интересный, красивый, мягкий, удобный, смотрится очень хорошо, модного сейчас стиля оверсайз. Я его подкатала, но так он достаточно широкий и цвет очень красивый. И возвращаемся с вами снова в магазин. Тренд на бархат представлен в этом магазине в большом количестве аксессуаров, а также одежды. Как, допустим, этот жакет удлиненный из бархата в серии Gold Label. Очень интересная вещь. Вы увидите на мне его. Он прекрасно сочетается во многих комплектах. Вещь действительно очень классная. Мамочки спрашивали, где найти интересное платье, такое вот нисковывающее движение для прогулок с ребенком. Так вот, пожалуйста, один из вариантов. Огромное количество моей слабости в этом магазине – это футболки, а также базовая вещь, вот как я вам сейчас покажу, в виде кардигана. Я его примерю, так что обязательно на мне посмотрите. Эти джинсы уже были на мне в прошлом блоге. Кому интересно, проходите по ссылочке в конце видео, увидите. Также снова моя страсть – футболки. Только посмотрите, насколько они здесь оригинальные, в оригинальном исполнении. Также много принтованного денима, который, как вы знаете, сейчас в большой моде. И снова футболка, обязательно эту я примерю. А также покажу вам, какое огромное количество футболок, как вы видите, вообще, в принципе, есть в этом магазине. Здесь очень хорошие фасоны в примерке. Я вам обязательно покажу нюансы выбора футболок, которые конкретно мне нравятся, которых вы спрашиваете. Деним, как вы понимаете, в классике абсолютно можно спокойно найти. И хочу, знаете, вам коротко показать витрину магазина, поскольку будет очень много примерки и не буду долго останавливаться на самом ассортименте. Хочу самое интересное вам показать. Попыталась вам показать, что в магазине очень много вещей из натуральных тканей, то есть не только полиэстер. Здесь можно найти вещи из хороших тканей, из сочетаний хлопка и вискозы. Стенд Милитари. Вот этот вот замечательный комплект мы с вами примерим. Кстати, смотрится вообще здорово. Я влюбилась просто вот в эти джинсы, где они. Ага, вот я вам их сейчас показываю. Очень классно выглядят. Редкий цвет в магазинах. Фуксия в сочетании с белым, черным и принт в горошек. Очень многим девушкам, кстати, он идет. Особенно девушкам очень контрастным. У меня даже есть подруги, которым такое сочетание очень нравится. И действительно потрясающе идет. Как вы можете обратить внимание, в магазине все разбито на такие секции, где вы можете спокойно все по цвету, либо по стилю найти. А это снова моя слабость, это брючные костюмы. Этот брючный костюм я обязательно примерю, мне, кстати, очень понравился. И вот такие вот офисные платья, они в разных абсолютно расцветах, с такими воротничками, их тоже будет очень много.
аксессуары из натуральной кожи. Посмотрите, какие классные, стильные. Как сами знаете, что хороший комплект без аксессуаров составить очень сложно. Так что здесь, кстати, очень много и всевозможных шапочек, палантинов, этого всего много. Прекрасная локация, белый, черный, красный. Вообще просто беспроигрышное сочетание на все времена, ну, как-то, по крайней мере, мне кажется. Этот комплект я примерю, посмотрите. Вот этот красный костюм я опять-таки примерю, вы его тоже на мне увидите. Мне он тоже очень понравился, я надеюсь, он понравится и вам. Это платье я не примеряла, но я уверена, что оно тоже будет хорошо смотреться. С классикой соседствуют бабочки. То есть магазин достаточно разноплановый, можно для каждого покупателя найти что-то интересное. Также сочетание темного цвета горошка и такого вот светло-розового. Я думаю, поклонниц таких расцветок тоже очень-очень много. Итак, теперь самое интересное. Более 10 минут примерки. Приятного вам просмотра. Итак, первый комплект, который хочу вам показать, это брюки, которые сделаны под кожу, зауженные к низу, и топ в бельевом стиле, отделанный черным кружевом. По качеству супер. Что хочу сказать, что в магазине брюки больше мерят, поэтому, девочки, кто заказывает через интернет, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Я обычно ношу 38, это 36 размер, и они мне в талии немного великоваты. Но на самом деле модель базовая, сейчас это очень модно, советую обратить внимание. Внизу есть красивые замочки, смотрится очень классно. Кто искал черные топы в бельевом стиле, которые сейчас носятся практически подо все, обращайте внимание, что в этом магазине они есть. Ну что, пойдем дальше. Итак, следующий комплект. Продолжаем эксплуатировать эти кожаные брюки. Понравились они мне, действительно, модель такая очень базовая. Итак, вот здесь такая блуза, абсолютно прозрачная. К сожалению, не было короткого топа, вполне возможно, смотрелось бы лучше. Здесь я поддела под низ топ в бельевом стиле, который уже только что был. То есть получилось вот так, как вам. Сейчас еще померим, снимем эту блузу, померим с жакетом. Ну, вообще, просто капсульный гардероб получается какой-то. Итак, одна еще остромодная трендовая вещь – это жакет удлиненный из черного бархата, причем такого достаточно неплохого качества, отделан как будто как атласной тканью. Тоже очень интересная вещь, но сейчас вообще просто, да, то есть бельевой топ, кожаные брюки и такой жакет. Я думаю, что вполне такие вещи впишутся в ваш гардероб, однозначно будут хорошим вложением денег. И вместе, по-моему, смотрится все интересно и как-то так очень празднично в преддверии Нового года. Я думаю, в принципе, вполне какое-то вечернее заведение можно пойти в таком виде и будет смотреться очень даже неплохо. Так, это серия Military в Мохито. Решила я взять, попробовать здесь вот такое вот платье. Очень-очень приятное к телу, на кнопочках. Все с нашивками. По-моему, сочетание цветов смотрится классно. Нашивки также вот здесь. И ой-ой-ой, как бы так взять. И вот тут на плечиках они тоже есть. Очень интересное платье. Вполне можно носить в несколько сезонов, я думаю. Так, и еще одно платье из кожзама, которое я примеряю. Я вам хочу сказать честно, что это платье сделано более качественно и добротно даже, чем платье в Zara. Оно отрезное по талии, такой фасон очень-очень многим идет. Даже видите здесь кармашки, юбка такая достаточно широкая в этом платье. Очень оно хорошо смотрится, будет очень комфортно. Кто искал подобное что-то интересное на новогодние праздники, то обратите внимание, очень интересная модель.
девочки, это пример как раз-таки платья, которое нужно мерить. Я вам хочу сказать, очень удобное, очень комфортное, очень приятное к телу. Оно темно-серое, есть, по-моему, в магазине другие расцветки. Здесь вот так вот асимметрично сделан, интересно, подол, поскольку я знаю, что для маленьких девушек, особенно для мам, подобные платья будут смотреться очень интересно. И я хочу сказать, благодаря своей простоте и оригинальности оно может стать очень неплохим дополнением для вашего гардероба. Плюс очень много девушек сейчас есть ботфорты, и к такой обуви такие платья будут смотреться очень хорошо, к тому же с плотными колготками и, предположим, с лоферами тоже будет достаточно интересно. Можно дополнить либо какими-то украшениями, либо яркой сумкой, возможно, какой-то курткой, косухой, джинсовой курткой, всем чем угодно. Платье как чистый лист, при своей простоте и незрачности на вешалке смотрится оно, по-моему, очень-очень эффектно. И оно такое, я бы сказала, для многих нужное платье. Так, девочки, немного еще таких вещей для офиса, поскольку многие подписчицы просят, поскольку многие работают в офисах. Что я хочу сказать? Однозначно в мохито хорошая, по крайней мере для меня, но я думаю для многих, лекала по брюкам. То есть брюки садятся в этом магазине очень и очень хорошо. У них хорошая длина, они очень приятные к телу. И я примерила с обыкновенной, не знаю, скажем, такой базовой блузкой для офиса. Белье должно быть, разумеется. Соответственно, сейчас еще кое-что вам покажу. Ой, примеры слишком умно. Так, отдельное внимание я бы хотела уделить майкам, которые продаются в этом магазине, поскольку многие из вас часто спрашивают, в каких магазинах вообще приобрести майки, и очень часто спрашивали про фасон моей белой майки, которую я показываю в большинстве своих видео. Именно майки с вот такими вот плечами, в этом магазине как раз таки их много, поэтому я померяю несколько штук, такие плечики несколько корректирует форму плечей, кому это необходимо, а мне необходимо. Итак, вот такая вот футболка, да, удлиненная, с классными джинсами. Сейчас еще один комплект с этими джинсами померим, посмотрите. Так, и еще вот такой вот комплект я собрала, девочки, мерю с туфельками, поскольку, ну, у меня не вся коллекция, моя одежда здесь с собой, я же беру ее с собой для вас в магазины, да. Итак, вот такой вот комплект с кардиганом и уже с металлизированной футболкой. Вообще, как мне кажется, на распродажах, и вот в которые нас ожидают, необходимо покупать много каких-то таких вот базовых вещей. Вполне возможно, это кардиганы, футболки, джинсы, жакеты, костюмы, брюки. Поэтому вот пытаюсь вам сейчас показать. По-моему, образ будет очень удобным. И как сейчас, если добавить достаточно грубую теплую обувь, будет очень хорошо смотреться. Ну и, в принципе, на весну он комплект классный. И брюки, джинсы смотрятся. Смотрится тоже очень хорошо, хорошее качество джинсы. Обратите внимание, что эти джинсы в магазине, они больше мерят. Сейчас на мне размер 36, хотя я обычно ношу 38, и они мне свободные. Так что обращайте на это внимание. Итак, я не удержалась, знаете, я добавила просто белую футболку к этому бархатному жакету. Опять-таки, я одела те же самые кожаные брюки. Знаете, этот магазин такое чувство, как сборник и такого хорошего базового гардероба в прекрасном смысле этого слова. Можно подобрать, видите, у меня еще тут куча всевозможных вещей висит. Вот. Сейчас это все будем примерять. Знаете, только успеваю прикладывать одно к другому, получается большое количество комплектов. Но вот эти, конечно, две вещи, они очень универсальные. Ну и так же, как и, конечно же, футболка, куда же без нее. Давайте дальше. Итак, вы знаете мою трепетную, нежную любовь к брючным костюмам. Итак, я вот для разнообразия решила выпустить рубашку, чтобы был такой очень-очень небрежный вид. Конечно же, сейчас я померю все это дело с топом в бельевом стиле, так как сейчас это модно носить. Вообще, очень люблю брючный костюм, прекрасное, на мой взгляд, вложение денег. Так, и примерила я этот же костюм с топом в бельевом стиле. Получилось у нас с вами вот так. Вот такой комплект у нас вышел. Давайте еще примерим несколько костюмов.
Так, и еще одна красота, которую я нашла в этом магазине, это костюм, я как понимаю, он, все детали продаются отдельно, да, то есть жакет и брюки. Брюки я вам уже показывала, на эти брюки я положила глаз и не собираюсь его оттуда убирать. Жакет тоже замечательного качества, к сожалению, это размер 36, мне нужен 38, то есть он мне немножечко маловат, но я думаю, если бы он был по размеру, он к тому же сшит очень плотно, качественно, посмотрите вообще, какая прелесть. То есть, в общем, конечно же, красный брючный костюм, я думаю, что это прекрасный выход для многих торжественных мероприятий, да и вообще просто вещь настолько, я считаю, шикарная, бесподобная, что выглядит очень-очень классно, и таких именно красных костюмах я в магазинах не видела. У них брюки со стрелками, все смотрится очень хорошо, и пиджак такой, знаете, плотненький, такой качественный. Так что тоже советую обратить внимание. Ну что, поехали дальше. Еще один вот такой вот вариант. Здесь очень хорошего качества вот такие вот блузы с бантиком, они из вискозы, поэтому решила примерить. Плюс в магазине есть стенд вещей вот такой вот яркого цвета фукси. Я взяла брюки и вот такую вот рубашку. Там много достаточно вещей подобных оттенков. По-моему, даже есть в таком цвете пальто. Итак, вот такой вот интересный комплект также представлен с джинсами, которыми я уже мерила. Рубашка из вискозы. Девчонки, вообще никогда не мерила вот такие вот блузы с такими мультяшками. Но, по-моему, смотрится вообще на самом деле очень классно. Тепло как-то, ну, ботиночки, если одеть потеплее, то вообще уютно будет. Вообще очень классно. То есть в этом магазине не только какую-то интересную классику, но и вот такие вот забавные комплекты, достаточно стильные, на мой взгляд, и интересные. Можно вполне поискать и с большим успехом, кстати. Итак, девочки, все, я уже прямо лицо чувствую, что оно устало. Такого количества примеров, которые я сегодня совершила, но не могла пройти мимо вот такого вот, казалось бы, простого комплекта, но очень он интересен. Мы уже видели эту блузу с бантом из вискозы. И плюс вот такие вот брюки, у них интересный прик, ну, пики, да? Вот, то есть очень интересные брюки. Что я хочу сказать, почему я их решила включить? Потому что у них очень удобная посадка, она достаточно высокая, они очень комфортные. Я думаю, в них очень удобно будет сидеть. Они со стрелкой. Мне нравится длина этих брюк, посмотрите. Вообще хорошая. То есть, что хочу сказать, в магазине очень хороший выбор вещей таких базовых, очень хороший выбор брюк с базовыми посадками, базовых расцветок, очень интересных. Так что, когда у них будут распродажи, девочки, цены упадут. Вот, и поэтому такие вещи в таком магазине спокойно можно брать. Если не заходите, обязательно загляните, в этом магазине очень интересно. Итак, девочки, вот и подошел к концу наш влог. Я несколько устала, примерки было очень много. Но что я вам хочу сказать, работать в этом магазине мне понравилось. Было очень интересно, очень много хороших вещей. И, как вы видели, вот, наверное, те вещи, которые я взяла примерочную, их без конца можно было миксовать друг с другом. Получился бы очень неплохой гардероб. Вещи очень хорошо подобраны, они хорошо подобраны по коллекциям, по цветам, что тоже очень важно, по стилистикам, то есть, допустим, классика, милитари, либо вещи в красном, либо вещи в черном, парадная одежда. Повседневная одежда, то есть наш магазин очень хорошо структурирован, и вы, в принципе, ну, не потеряетесь. Большой и хороший выбор аксессуаров тоже можете поискать. Перчатки, шапки, к сожалению, я это не мерила уже ввиду того, что у меня просто на это не хватило сил. Но я вам хочу сказать, очень многие вещи мне бы хотелось, и некоторые я себе присмотрела для покупки. А, еще, кстати, мне открыли секрет в магазине, что большая именно распродажа уже начнется 26 декабря. Билеты в среднем со скидкой 50%. То есть те цены, которые вы видели, можете делить пополам, так они будут стоить. Поэтому удачных вам распродаж, только удачных покупок, которые будут вас радовать. Всем вам счастья и пока-пока.